жарко обжигает. Незадолго до начала дискотеки прошел довольно сильный дождь, но желающих повеселиться в вечер пятницы это не остановило. Это специальный проект для тех жителей и гостей города, которые по всяким обстоятельствам не смогли попасть на главную сценическую площадку «Новой волны». Началась дискотека в 10 вечера, но люди продолжали приходить на площадь Южного Мола, и в 11, ближе к полуночи, вход был свободный. Зажигайся! Площадка LifeSite популярна в Сочи со времен подготовки к Олимпиаде. Здесь прошло уже немало общегородских праздников. И теперь это дискотека – совместный проект администрации города и организаторов «Новой волны». Проект «Новая волна» впервые в Сочи. Это очень важный общественно-политический проект. И мы очень хотели, чтобы как можно больше сочинцев, особенно нашей молодежи, с этим проектом познакомились и поучаствовали в нем. Дискотека стала еще и общегородским караоке. Люди не только танцевали, но и пели. Мое мнение насчет дискотеки – это супер. Это позитивно, это весело, это классно. Побольше таких бы мероприятий. Дискотека завершилась далеко за полночь, в день, когда определялись победители «Новой волны». Те, кто, возможно, уже в ближайшие годы пополнит ряды звезд. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.